Сегодня 30 апреля, четверг, и мы с Дамирчиком, я уже вот собрана, сейчас буду одевать Дамира, собирать, вот, и мы сегодня с ним едем, в общем, у меня будет экзамен по русскому языку. Как давно у меня этого не было? Последний мой экзамен по русскому языку, по-моему, был в училище, на втором или на третьем курсе я сдавала русский язык, и... Или даже нет, ребят, по-моему, даже нет, по-моему, у меня русский язык был в последний раз в этом, в девятом классе у меня был диктант, и я заработала 11 баллов по нему, сложнейший был диктант на самом деле, вот, а по украинскому я заработала 12 баллов по диктанту, это типа экзамены были в конце года. В общем, сейчас я еду сдавать русский язык для того, чтобы получить свидетельство о знании русского языка, сертификат о знании русского языка, для того, чтобы проживать и дальше в этой стране, для того, чтобы проживать в России. Какие еще приключения меня ждут, я пока не знаю, еще мне нужно перевести свои документы, нотариально их заверить, и документы ребенка. Вот сейчас мы будем этим заниматься. Еще сегодня мы едем по магазинам, хочу немножко купить себе косметики, нужно покрасить волосы, хочу новую помаду купить, и... дезодорант мне еще надо купить, как всегда, вот этот вот для тела, спрей, вот этот вот, спрей-дезодорант для тела, как это объяснить, я его использую вместо духов, потому как духи меня часто душат. Мне прям тяжело дышать, вот. А вот такими спреями, легкий ненавязчивый аромат, люблю сбрызнуться вместо парфюма, вот. Часто, когда духи начинают меня душить, и мне от них прям тяжело дышать, вот, даже если это любимые духи, даже если это ненавязчивые ранее были духи, и эта проблема вдруг возникает, то деодоранты, спреи для тела меня выручают как никогда, они меня не душат, а все-таки хочется какой-то приятный аромат ощущать от себя какой-нибудь, я не знаю, цветочный, свежий и так далее. Вот, что еще хотела сказать? Я хотела сказать еще, что сегодня у нас вечером будет кот. Вы знаете, когда я смотрела видео с Мвелла, у него рыжий кот, Томас, вот, я никогда не думала, что когда-нибудь у меня у самой будет рыжий кот. Ну, любого другого цвета еще даже могла предположить, но что у меня будет рыжий кот, прям, я даже не предполагала. Так что теперь я буду счастливой обладательницей рыжего кота, Дамирчик. Это кот Дамира, мы ему дарим кота. Ну, как дарим, звучит странно, на самом деле, вот. Он готов к этой ответственности, у него были питомцы в Ясиноватой, ну как, они есть и сейчас, просто сейчас мы не в Ясиноватой, за ними смотрит моя мама, бабушка, папа. Вот. Что еще? В общем, сегодня у нас будет кот, и у нас был такой разговор с Володей, типа, он говорит, может, говорит, подождем до зарплаты, не с аванса будем все покупать для кота, а до зарплаты подождем, а то как-то все в один день, сегодня очень много дел, нужно купить и миски, и лоток, и наполнитель для кота, и он говорит, может, сделать это потом уже, через время, там, еще через пару недель, когда будет уже именно зарплата, будет чуть больше денег, будет чуть больше на что рассчитывать, да, потому что это же удовольствие, а не дешевое, еще один, так сказать, род, помимо того, что холодный, да, помимо того, что нужно еще очень много всего купить для него. И ветеринара он должен провериться, этот кот и так далее. Сможешь какие-то прививки сделать, поглистогонить его, я не знаю, там, то есть все эти нюансы. И, в общем, он мне такое говорит, может быть, потом, чуть-чуть попозже заведем кота. И я такая ему
отвечаю, типа, ну никогда не будет хорошего времени для того, чтобы завести кота. И тут я понимаю, что я говорю тупо фразу, которая касается и детей в том числе, что для детей тоже никогда не будет лучшего времени. Ты никогда не подготовишь все на 100% и никогда не будешь готов на 100% к детям, да? Ну, если ты, конечно, не child-free и у тебя есть, в принципе, в планах завести ребенка, да? Вот. Никогда не будет идеального времени. И я понимаю, что завести кота – это в какой-то степени ответственность, как и завести ребенка, потому как его тоже нужно кормить, кормить правильно. Ему может быть плохо, его нужно возить по врачам, если ему будет плохо. То есть за ним тоже нужно следить, нужно приучать его к лотку, так же, как и ребенку приучать к горшку, а потом от горшка к унитазу, да, и так далее. Эти все нюансы, это все так сложно на самом деле, и это все, ну, практически, по моему мнению, как и с детьми. Единственное, что кот живет не так долго, как дети, да, кота не нужно отдавать в школу, и так далее, кот не напьется где-то там с друзьями в подростковом возрасте, ты не будешь за это переживать и так далее, хотя кот может свалить в марте, да, там через форточку загулять, всякое тоже бывает, в общем, такие нюансы, и никогда не будет хорошего времени для того, чтобы завести кота, поэтому это нужно делать сейчас, так что наша семья пополняется, и у нас теперь будет еще и кот. Все, друзья мои, я пошла одевать Дамира, и мы поехали. Как всегда, вызову такси Максим через приложение. До новых встреч! Все, мы дома с Дамирчиком. Экзамен я сдала по русскому языку, скажу так, не все его сдали. Приехала девушка, которая вообще не разговаривает на русском языке, и вообще, как бы, на что она надеялась, у меня вопрос. Если она абсолютно не говорит на русском, как она надеялась сдать экзамен? Она вроде бы читает на нем, но она не говорит, то есть может она стесняется, не знаю. Мне попался этот экзаменатор очень, как это сказать, очень харизматичный мужчина, очень такой на позитиве, да. И как-то вот есть люди, с которыми вот тяжело, которые грузовые, а есть люди, с которыми очень легко. Вот мне попался мужчина-экзаменатор, очень легкий, вот с ним легко. Он мне сразу, то есть если мне объясняла до этого женщина, да, как бы там было два экзаменатора, мне прям вроде бы она, вроде бы, вот. Если у меня было два экзаменатора, да, то есть я, женщина, вроде бы у нас с ней так диалог идет нормально, но сам экзамен, мне тяжело с ней, да, то есть я не понимаю, что она от меня хочет, хотя вроде бы все легко и просто. А вот мужчина-экзаменатор был клевый. В общем, экзамен шел на камеру, мне нужно было рассказывать на камеру, так сказать, свои знания, да, русского языка. А еще мы съездили после всего этого в... Господи, фикс-маркет. В фикс-маркете, значит, мы купили. Доставай, Дамирчик. Вот. Вот такую штуку, сейчас я расскажу. Вот такую штуку, значит, вообще это как бы просто овальный тазик. Так как лоточков нигде нет, сейчас карантин, и кот будет уже сегодня. Мы купили вот такой лоточек, вот такой вот тазик, пока он послужит нам лоточком, а потом мы разберемся вот с этим вопросом в плане лоточков. Вот. Дальше. Так, сейчас я достану лоточек. Это чтобы не укусать с этого, а с этого пить. Две мисочки взяли, да. Ничего толкового нет. Вот чтобы котик маленький будет, да, чтобы оно и не сильно глубокое было, и не сильно маленькое. Вот чего-то толкового мы не нашли, поэтому мы тупо взяли две вот такие миски. Пока так. Потом, естественно, мы купим коту что-то. Ой, что-то. Господи, нет, это не крем. Давай я за свою косметику расскажу. Потом мы купим, естественно, что-то получше, когда закончится карантин. Сейчас пока что так. У нас сейчас нет ни возможности куда-то вырваться, посмотреть, повыбирать. Ни в зоомагазин выбраться, повыбирать нет возможности. Значит, купила вот такую штуку. Что это? Рассказываю. Color Note, тонирующая маска, бальзам для волос. Горячий шоколад. Фирма Wilson Cosmetics. Не знаю. Давно такими штуками пользуюсь. И вот взяла... Снова. Такой фирмы не брала, брала тонику, но до тоники мы не дошли. Вот.
Значит, помада Mix 4. Почему 4? Почему 4, не понимаю, здесь 6 цветов. Фирма, как всегда, Мэйс. Вот, значит, взяла вот такую палетку помад. Написано даже, вы знаете, Professional Makeup Artist. А, мама, я тебя чищу. Лип-глосс, вот. Одна? В общем, давно хотела помады. Что, Дамир? Одна из того, мы можем иногда делать некоторые, это, челленджи с котиком. Челленджи, хорошо. Так вот, что хотела сказать. Я давно хотела помады в палетке. У меня был выбор, либо взять такую помаду, вот как я сейчас пользуюсь, да, только другого цвета, либо по той же цене взять палетку. Я решила взять палетку и поиграть с цветами. Я не знаю, какая она по качеству, что она из себя представляет, но вот мне сильно захотелось вот так. Значит, это мы, с этим мы разобрались. Значит, дальше. Sissy Cat. Древесный наполнитель для туалета кошек. Мощное поглощение для котов и для кошек, даже для грызунов подходит. Экономичный расход, просто удобен в использовании, доступная цена, 100% результат, нейтрализация запаха, натуральные древесные гранулы, свежий аромат хвои. В общем-то, как-то так. Тяжеленькая штука. Его можно утилизировать в канализацию мелкими порциями. Одной упаковки хватает до поглощения 8 литров жидкости. Ну, пока котик маленький, нормально. Вот, хвойный аромат, моментально впитывает все. Привет, я кошка Sissy Cat, написано. Существо игривое, в меру ленивое и очень забавное. Живу в чистом и светлом доме со своей хозяйкой. Она очень любит заботиться обо мне, а я дарю ей море пушистой нежности и замурчательного настроения. Все самые деликатные вопросы быстро и легко решает наш любимый наполнитель Sissy Cat древесный. Он прекрасно сохраняет чистоту моих лапок, а аромат свежей хвои устраняет все неприятные запахи. Я считаю, что моя кошачья жизнь удалась. Вот так вот, даже от имени кошки написали, вот, посланница. Почему древесный? Ну, потому что он тупо был самый дешевый, вот. И почему, то есть, так, потому что у нас был лимит по деньгам сегодня, вот, у меня осталось после поездки на экзамен всего 1000 рублей, вот. Мой экзамен, переводы документов обошлись мне в 7300, вот. Идем дальше. Сейчас я расскажу про то, что сверху лежит. Так, значит, лаваш, тонкий обычный лаваш на сей раз. Вот такой взяли, вот. Другого в амбаре не было. Вот такой еще, вот такая лепешка из тандыра. Значит, Мари молоко, клубника, 8,5% жира. Йогурт такой. Да, в общем-то, это такой йогурт. Молоко цельное, сахар. Ну, прям крутяк. Так, значит, взяла себе перекуснуть картофельное пюре с беконом и сухариками. Так, чтобы по-быстрому сейчас перекуснуть и готовить, и готовить на ужин что-то побыстрее, потому что уже сколько сейчас времени? Уже 15:08, часика через 3-4 приедет Володя, мне нужно покормить ребенка, нам нужно пообщаться с дедушками, с бабушками, нам нужно приготовить ужин и обед. Потом взяла сахар, обычный русский сахар кубиками. Не люблю вот этот сахар, который, знаете, на развес, потому что в нем все копошатся и так далее. Я считаю, что вот по ГОСТу оно лучше. Да, тут, наверное, тоже копошились. Но вы знаете, хотя бы в супермаркете в нем не копошились люди. Как бы дополнительной копошливости в этом сахаре не было, скажем так. И последнее, что я хочу показать пока, это Sportstar дезодорант женский. Давно его беру, я уже говорила, что я люблю спреи вот такие вот для тела, потому как духи меня душат, это освежает, приятно пахнет. Да. А теперь давай, доставай, Данюшечка, показывай. Вот кон до котика. Угу, давай. Это у нас Данюшечка достал китикет с кроликом в соусе, сбалансированное питание. Давай дальше. Следующий. Второй корм для котиков. Это с говядиной в желе китикет. Давай.
Еще один китикет с курицей в соусе. Давай. Еще один. Это мурчик. Сочные кусочки с курицей. Мой любимый мурчик. Мурчик. Давай дальше. Опять мурчик. И еще один мурчик. Мой любимый мурчик. Сочные кусочки с говядиной. Вот так вот. Вот такие пироги. Так, это не выбрасывать. Ну, кого? Чек? Да. В общем-то, как-то так вот такие у нас были на сегодня покупки, вот такие были у нас сегодня путешествия. Вот, расскажите, если вы являетесь иностранным гражданом, и если вы... Отойди от камеры. Если вы являетесь иностранным гражданом, скажите, пожалуйста, или гражданином правильно говорить, да? Я сдавала сегодня экзамен, да, по русскому языку. Ну ладно, окей. Мне, кстати, сказали, что братья славяне очень неплохо говорят по-русски, и что с ними никогда нет проблем, в отличие вот, да, от людей другой национальности. Мне было очень приятно, что нас назвали братья славяне, потому как все-таки русские, украинцы, да, то есть нет вот этой озлобленности, которая есть, допустим, у нас, да. Поэтому мне было приятно, что мне не сказали, что я какая-то там хохлушка, там еще что-нибудь. Мне нравится слово хохлушка, мне приятно, когда мне так говорят. Но мне было приятно, что все было сказано на позитиве, что не было никакой негативной волны и так далее. Что, то есть все было сказано как бы в рамках позитива, приятного чего-то и так далее, да. И вот мне сказали, что я весьма бегло разговариваю на русском, и что экзаменатор это и так видит. Но тем не менее, мой видеоэкзамен отправляется в Москву для того, чтобы утвердить, что я действительно знаю, подтвердить, что я действительно знаю русский язык и могу на нем разговаривать. В общем, у меня после экзамена остались только, несмотря на канитель с документами, несмотря на то, что в документах была допущена ошибка, пришлось исправлять, несмотря на то, что мне долго пришлось ждать экзаменатора, несмотря на все эти факторы, на то, что мы устали, на то, что Тамир конючил. Кстати, там был автомат, вот этот вот, нажимаешь, да, и вот льется или горячая вода, или холодная, или там еще что-то. Вот, и Дамиру очень эта фишка понравилась, мы два раза попили воды, потом его еще конфеты угостили, пока я отвечала на экзамене. Экзамен проходил в отдельном кабинете, в закрытой дверью, вот. Значит, у меня все равно остались весьма теплые, приятные эмоции после экзамена, и ну, все, я бросилась тебя спасать, прям все бросила и спасаю. Вот, значит, я бы не прислоняла грязные миски из супермаркета к лицу сейчас. Так, ладно, друзья мои. Погнали мы заниматься делами, погнали мы готовить, кушать, вот, ждать, ожидать своего Котофеича, вот. Все, целую, люблю, бывает, до встречи. Я тут пыталась стереть свою помаду и, значит, открыла, попробовать, хотела новую открыть. А тут вот такое зеркало здоровенное, прикиньте, такое большое зеркало. Ну и маленькая кисточка по стандарту, у меня есть как бы своя. Вот, вот так вот, не могу никак стереть эту помаду. О, господи, что-то я хотела сказать. А, сейчас, значит, приходим домой с Дамиром. Можно я прям с такой помадой буду говорить? Просто ее хочу стереть и накраситься, попробовать сводчи, может, поделать, может, накраситься уже новенькой. В общем, я, значит, о чем хотела сказать. Кстати, оказывается, вот это низ, а вот это верх. Значит, что я хотела сказать? Такая фишка. Скоро День Победы, да? И уже несколько дней подряд я слышу, что говорят о событиях военных и так далее. Ну ладно, ладно еще в какой-то степени. Когда о войне говорят русские, да? А вот Великой Отечественной. Ну когда о войне говорят у нас и отмечают День Победы, для меня это более чем странно. Почему? Объясняю. Для меня это странно по той причине, что у нас сейчас на Донбассе идет война. И
странно отмечать то, что предыдущая война закончилась победой, когда сейчас идет война, идут военные действия. Это самое. Вы отмечаете День Победы. День Победы предыдущей войны. А то, что сейчас идет война, ничего. Для меня также странно, когда одевают детей в военную одежду. Военная одежда – это военный человек. Военный человек всегда заморат кровью. Он всегда сражается, он всегда, возможно, убивает своих противников и так далее. Зачем эти наряды одевать на детей? Военная одежда – это одежда войны. Война – это печаль, это трагедия. Зачем одевать атрибуты войны на детей маленьких? Я не знаю. Я ненавижу вот эти вот машины, когда едут там, можем повторить, на Берлин, спасибо деду за победу, когда одевают на детей такие вот футболки. У Демира, кстати, есть такая футболка, вот, мама купила, да, спасибо деду за победу. Ну ладно, как бы это уже она на свой вкус, так сказать, вот. Но я этого, у нас, видимо, разное мнение на этот счет. Я не понимаю этого. Нет бы, у нас там парад в Донецке регулярно на 9 мая. Какой нафиг парад? Война идет. Что вы отмечаете? Вы отмечаете то, что предыдущая война закончилась, а то, что сейчас у нас идет война. Я этого не понимаю, как можно это отмечать. И для меня, например, странно, да, когда едут российские военные, получают по 120 тысяч рублей, едут к нам воевать, а потом нет русских военных на Донбассе, да, конечно, нет, получают по 120 тысяч рублей зарплату, получают... Позвонила, прервала. Получают квартиры, женятся на наших бабоньках, поэтому знаете что... Пойду я лучше. Пусть ребенок бабушке перезвонит. Пока сводчики на вьем поделаю.